23-летняя Анастасия Решетова рассказала о своем отношении к девушкам, которых полностью содержат мужчины. Возлюбленная 36-летнего Тимати считает такой стиль жизни неприемлемым. Брюнетка с удивлением обнаружила, что многие женщины придерживаются такой позиции, предпочитая заниматься собой, детьми и домом, пока мужчина зарабатывает деньги. Сама модель категорически против такого поведения. Но разве это не клево, когда женщина может не сидеть на шее у любимого? Когда не надо постоянно спрашивать его карточку, чтобы пойти и купить себе что-нибудь красивое? Обратилась Анастасия к поклонникам. Она вспомнила, как обрадовалась, получив свою первую зарплату в 13-летнем возрасте. Спустя 7 лет Решетова смогла позволить себе уже брендовые вещи. Она начала помогать родным и даже откладывать на собственный бизнес. «В 21 год я успешно открыла свой салон, который на сегодняшний день имеет несколько франчайзинговых точек», – поделилась молодая мама. «Возможность зарабатывать самой и зарабатывать много – это круто. Но при этом я все равно нахожусь за крепким мужским плечом. И в моментах ощущаю себя маленькой хрупкой девочкой. В этом и есть идеальный баланс». Недавно Анастасия Решетова рассказала, как изменилась ее фигура после родов. Она показала, как разговаривает с сыном. Брюнетка уже начала ходить в спортзал после появления первенца.